Всем привет! Вот я вам сниму про супермодернизированный уголок кухни обычного украинца. Значит, сейчас у нас часто выключают свет, поэтому у нас приняты по этому поводу меры. Значит, вот здесь у нас расположены солнечные батареи. Вы видите, вот они на улице. Их там 6 штук. 6 штук туда ушло. 6 солнечных батарей. Вот они. И с обратной стороны еще... Вот, солнечная батарея, вот она, 15-ваттовые солнечные батареи. Теперь с обратной стороны эти солнечные батареи выходят вот на этот светильник. Вот солнечная батарея подходит. Вот этот светильник включается автоматически, когда наступает 7 часов вечера. И вот здесь получается у нас 3 полки, им освещены. Значит, вот первая полка, вот вторая, вот третья. Здесь также есть тумблеры, которые могут отключать лишние, вот, допустим, а могут включать дополнительные линии светодиода. Также и тот верхний может отключаться, также и этот. Вот его можно отключать. Вот, можно включать, и можно включать дополнительные линии светодиодов. Это первый у нас тумблер. Здесь имеется также лампа подсветки, лампа настроения. Сейчас я вам покажу, возьму пульт. Вот у нас вторая лампа. Так, вот от нее идет третья. Вот четвертая, это от второй лампы идет. Теперь берем пульт. Вот. Вот у нас пульт дистанционного управления. Можно включать лампу дополнительно еще. Вот раз. Она светит белым цветом. Регулировка регулируется, можно уменьшать, вот, можно увеличивать яркость свечения. Вот, можно менять ее цвет, можно сделать ее синей, зеленой или красной. Или можно включить лампу настроения, она сама будет менять свой цвет и радовать вас. Эта система работает без 220. Вот она меняет сейчас свой цвет, она становится зеленой. Потом желтый, но здесь на видео вам не очень видно. Теперь она синей стала. Вот синий оттенок. Она сама меняет свой цвет. Теперь она после синей перейдет в красную. Короче, вот это первая лампа. На ней у нас находится сзади повербанк. Вот повербанк на этих, который заряжается днем от солнца. Вот эта вот полоска проведена. Это вторая полоска. 120 светодиодов. Вот они. И она светится постоянно ночью, пока хватает на всю ночь. Так, теперь вторая лампа у нас. Интересно, чем. Вот она вторая. Это лампа одинарка. Она также светится. Вот, вот солнечная батарея. На нее заходит через тюльпан. Значит, здесь чем интересно. Здесь вот повербанк стоит у нас на 8 аккумуляторов, который заряжается от солнечной батареи днем, вечером включается и в 5 часов утра сам выключается, когда солнце появляется. Здесь также у нас можно первую включать-выключать лампу. И также вот вторая лампа и третья, смотрите, ее можно выключать. Вот. Это специально возле зеркала. Оно от зеркала отражает, дает в 2 раза больше свет. Вот. Значит, эта лампа чем уникальна? Она одинарка, но у нее есть функционально 2 дополнительные лампы. Поэтому мы поставили вот сюда дополнительные тумблеры и управляем еще. Это родная лампа на 84 светодиода с повербанком. Так, идем дальше. Вот, соответственно, она управляется. Вот я нажимаю. И могу включать, выключать вот так дополнительные лампы. Идем дальше. Это у нас светодиодики работают постоянно. Они от солнечной батареи, которая на улице. Вот второй у нас фонарь висит, треугольник, который автоматически работает. Когда я прохожу мимо, он включается. Когда я ухожу, он минус 50% светится. Идем дальше. Вот второй повербанк у нас. С такой же точно лампой тройной. Вот она от нее. Третья солнечная панель проведена на тюльпане. Вот.
И здесь также, сейчас покажу, значит, идет у нас такая же лампа настроения. Сейчас покажу. Значит, вот она включена. Также здесь лампа настроения дистанционная. Ее можно включать и выключать. Вот. Она работает также белым, зеленым, синим цветом. Тут меняются цвета. Красный, вот, зеленый, синий или белый. Также можно регулировать яркость. Теперь что, включаем ее в режим настроения. Вот она сейчас. Сигаретка во рту мешает. Вот, мы ее включили в режим настроения. Она стала менять свой цвет по кругу. У этой лампы также повербанк. Вот, на 8 аккумуляторов по 2500, которые имеют два режима. Первый, сейчас он работает на лампу. Второе, если тумблер щелкнуть, то здесь можно будет заряжать телефоны и другие устройства. Также и на тех двух повербанках. Можно переводить их в режим зарядки устройств. Здесь также идут эти светодиоды. Теперь дальше. Вот у нас на следующей полке два автоматических фонаря. Вот первый фонарь, вон он второй у нас. Вон он. Он когда видит, сам включается. Это у нас второй угол кухни. Значит, вот я подошел к ним, они сами включились. Здесь также я могу кнопками выключать эту лампу. И две кнопки еще в коридоре. Две таких же лампы стоит в коридоре. Я могу ими управлять дистанционно. Включать или выключать. Вот лампа настроения работает. Здесь у нас интересное устройство. Вот оно. Через USB. Это запитывается от 220. Но также можно его подключить и к 5 вольтам. Вот через USB разъем. Если его воткнуть вот в этот повербанк, тогда оно будет работать от независимого источника питания. Здесь вот включается эта линейка. И вот если вот так рукой махнуть, ее можно отключить, выключить. Вот, смотрите, рукой махнул, она включилась. Вот, рукой махнул, она выключилась. Теперь махнул рукой и держу палец над датчиком. Она начнет снижать яркость. Видите, до минимума снизилась. Если держать палец дальше, она увеличивает яркость и уменьшает по кругу. То есть я могу понизить ее яркость вот так. Она на минимуме тогда светится. Или на максимум подержать палец над ней. Все, вот она на максимум. Значит, это полоска светодиодов. Она у нас 5 метров. Вот она идет вся по кухне. Заходит в туалет. Вот. И в туалете она также вот идет по, до самого пола. Вот она. Идет эта светодиодная полоска. Здесь в туалете, когда мы зашли, нас приветливо встретила вот эта лампа, которая автоматически, когда мы заходим в туалет, включается. Также включается вторая лампа. Вот. Также треугольник, дневной свет. И она сама включается, сама выключается и в полурежиме. Если света в 220 мы не используем. То есть у нас вот две здесь лампы и здесь вот эта полоска. Так, шестое устройство, седьмое. Вот у нас есть лампа, которая срабатывает, это 220 работает, но она с датчиком движения. Я сейчас подошел, она включилась. Если я отойду, через 20 секунд она сама отключится. Здесь в углу также такая лампа с датчиком движения от аккумуляторов без, которая работает, если нету света. Когда есть свет, тоже работает, свет живой не включаем. И последнее украшение, так сказать, это вот над дверью у нас вот такая вот лампа 220 вольт. Но также экономка светодиодная. Вот она включается. Но ее приходится вручную включать. То есть это единственная ручная здесь лампа, которую также здесь 8 ватт. Светодиодная полоска, но работает от 220 вольт. А это работает от двух аккумуляторов. Вот они, два аккумулятора. 18650. Которые надо менять раз в 3 дня. А эти аккумуляторы 18650 заряжаются же соответственно каждый день вот на этой лампе, на вот этом повербанке. То есть с 9 утра до 12 дня, до часу солнца заряжает вот эти аккумуляторы на 100%. Причем 3 раза подряд до 4 вечера. И потом надо их поменять, вынуть. Вот здесь они на пружинах. Вынуть и вставить другие. И на 3-4 дня хватает. Эта лампа автоматически выключается, если отойти в сторону через 20 секунд. Вот сейчас попробуем, отойдем. Увидите, как она будет срабатывать. Смотрите.
ждем 20 секунд. Значит, должна верхняя отключиться. Когда увидишь, что мы отошли через 20 секунд, потом следующая отключится. И так по кругу. Ждем. Вот верхняя отключилась, видите, перешла в режим хранения. Просто у нас внизу живет сорока, которая прыгает, и она срабатывает, включается от сороки. То есть через 20 секунд выключится верхняя лампа. Если сорока только не прыгала, вот выключилась. И вот она опять, сорока прыгнула, включилась. И включится, выключится вот та лампа, которая дальняя. И, соответственно, та, которая в углу находится. Через 20 секунд она выключится. Просто здесь имкостные датчики. Здесь у нас стоят линзы Френеля и обычный датчик движения. А вот в этой лампе стоит имкостной датчик. То есть, когда я нахожусь на кухне, он чувствует и не выключается. Здесь линзы Френеля. Вот отходишь, они включаются, выключаются. Сейчас покажу. Отойдем, они выключатся. Ждем 20 секунд. Сейчас в сторону отойдем. Сейчас увидите, они через 20 секунд выключатся. Если накрыть сороку, то будет выключаться и нижняя лампа. Также можно в режиме светильника включать. Они будут постоянно гореть. Вот они повыключались. Видите, там стало темно. Теперь я подхожу туда. И сейчас увидите, они сработают. Вот я иду, вот они выключенные. Вот они меня увидели и сработали. Это в ручном режиме. Это можно отключать вот так. Рукой махнул. Раз. Вот она включилась. Рукой махнул, она выключилась. Это с имкостным датчиком. Работает, пока я на кухне. Чем и хорошо. Она не выключается. Если я уйду с кухни, она через 30 секунд выключится. Сейчас я вам покажу. Сейчас вот мы выйдем с кухни и зайдем с обратной стороны. Вот. Вот кухня с обратной стороны. Ждем. Она должна. Ну, я от нее стою недалеко. В принципе, она может и не выключиться. Это если отойти метра на 3-4, выключится точно. Ждем. Должна через 20 секунд сама погаснуть. Но если я нахожусь в зале, она гаснет. Я сейчас стою всего лишь 2 метра от кухни. Она может, имкостной датчик может меня чувствовать и не отключиться. Сейчас посмотрим. Так, видите, становится... О, выключилась. Вот она выключилась, видите. Причем выключили все лампы, и они стали меня ждать моих движений. Верхняя лампа тоже то, что вы видели. Смотрите, я пошел на кухню. Вот я пошел на кухню. Видите, она уже включилась, обрадовалась, меня увидела. Вот теперь меня эти лампы увидели, эта лампа и эта увидела. И так они в режиме работают. Вот такая у нас автоматизированная кухня. Для отключения света все продумано. Здесь также, если много светит, можно выключить, допустим, лишний светильник. Вот так выключить. Допустим, здесь выключить вот этот светильник. Будет светить лампа дистанционно, которая пультом отключается. Эти все аккумуляторы заряжаемые бесплатно каждый день. От тех вы видели. Вот они, солнечные панели на улице. Там их 6 штук по 15 ватт каждая. Вот. Эти тоже заряжаются автоматически. Вот так у нас вот модернизированная кухня. Свет 220 вообще не используется сейчас. Сейчас вот это все работает от бесплатных ламп. Это все работает от бесплатных ламп. Вот. Единственное, вот эта, которая работает 220. Это тоже, вы видели, она погасла. Она работает в трех режимах. У нее здесь кнопка. Значит, у нее первый режим. Она вот так отключена. Первый режим, она включается. Если я прохожу мимо, она отключается. Второй режим, она выключается наполовину. И третий, она светится постоянно, но в половину силы, как светильник. И вот это единственная, которая здесь ручная. Но ее тоже я переведу. Вот здесь у меня есть, сейчас я вам покажу, Wi-Fi модуль. Вот это Wi-Fi модуль питания. То есть, если я ее вот включу, зажигается вот у меня кнопочка. И я с пульта телефона, с телефонного обеспечения могу включать. В данном случае она тут включает микроволновку. Вот микроволновка включается, выключается. Я могу ее переключать от Алисы или от дистанционного включения, говорить там. Лампа, я вам показывал на другом видео, лампа, дом, включи, кухня. Она включает. То есть вот она переведена. Или микроволновка, или сама вот эта лампа. Такая у нас вот модернизация кухни. Вот.
Вот она вся светится, вся работает. Вторая часть кухни такая же. Вот с такими же светильниками. Сейчас я вам вкратце покажу, без всяких описаний. Вот вторая часть кухни у нас тоже эти лампы стоят. Вот эти три штуки, это дневной свет. И здесь также повербанк. Здесь также лампа с повербанком. Вот она сейчас. Да. Вот она светится вверху. Здесь также повербанк. Здесь просто две лампы. Аккумуляторы я повынимал. Здесь только два аккумулятора. Вот. Здесь также это все светится от солнечной панели. Вот. И также оно включается, выключается. Здесь также такая же полоска. Вот видите, вот она полоска светодиодов. Вот эти светодиодики, они светятся от солнечной панели, которая находится на улице. Вот оно все светится от солнечной панели, которая находится на улице. Вот. И здесь также вот над часами такая же лампа, которая меня увидела автоматически. Это вот 18650. То есть тоже работает, как говорится, бесплатно. Вот. У нас получается вот такая вот кухня. Полностью автоматизированная. Да. Здесь у нас зовет Сорока. Сорока. Ее зовут Дуля. Друля. Друля. Друля, привет. Да, у нас здесь Сорока есть. Это ее кухня. Друлечка. Друля, привет. Друля красавица. Друля линяет сейчас. Вот, поэтому она вот такая у нас, как Гитлер. На грифа стала похожа. Дуленька. Это ту Сороку, которую я спас в этом году от котов. Вот она чувствует себя хорошо, линяет. Да, Друля? Звали ее Дуля, теперь Друля, еще мы ее зовем. Фрося, и она же Риточка. Риточка, Друлечка. Вот у нее тут игрушки есть, вот, она тут играет с ними. Ну вот, вот такое освещение у нас на кухне, коридор и туалет. Все, всем привет. Свет 220 не нужен. Все это работает без 220 от солнца. Ну, при желании можем подключать вот 220 одну лампу и вторую. Вот это если захотим. Всем спасибо. Будут вопросы, пишите.